Приехали мы в музей авиатехники, военно-воздушные силы Таиланда. У них вот тут свой музей. Давно мы о нем слышали. И вот, как всегда, в последний день, в последние часы мы решили посетить музей. Само здание музея. И вокруг него вот такие вот интересные экспонаты. Аварийный выход. Кабина пилотов. Ковбой 603, если я правильно поняла надпись. Корсар второй.
деревянной. Пассажирская авиация, видимо. Деревянный вид.
Посмотрим. А этот большой самолетик. Странно, но почему-то меня не захотели пускать. А, это, видимо, самолет президента. А, закрыто. It's a president? No? Вот так вот летают первые лица Таиланда. Очень красиво. А, это комната Кинга, короля Рама, наверное, 9-го. Это самолет короля Рама 9-го. Как интересно. Очень красивая резьба. This loop for followers of his. А, окей, я understand. Это комната для сопровождающих лиц. Телевизор. Mm-hmm. It's a real app. Yes, it's a real. Ага, это настоящий самолет, который летал с королем Рамой девятым. Close. That's all. Close? Yes. This way. Закрыт выход уже. И мы возвращаемся обратно. This airplane is not controlled by a controller of this museum. Mm-hmm. If you want to see, you must tell the information before. Mm-hmm. Yes. It's not open all day. Ah, okay, understand. Мы выходим. А, this? It's a room? This for bodyguard or bodyguard. Hostess. Угу. Здесь у нас были охранники и вот такой вот кабина пилотов.
тренажер 3D. Двенадцать два сорок два. Можно примерить себя в кресло пилота. Еще один павильон.
Очень легкий самолет. Я дотронулась, он аж закачал крыльями. Один в мире. Халк третий. Единственный в мире. Thank you.